нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина Юнона. Юнона, ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. Телеведущую Ольгу Ожегину калининградский зритель знает давно и знает хорошо. Мода, последние тенденции, недели высокой моды, кутюрье и дизайнеры. Но когда камера выключается, самыми важными для Ольги оказываются совсем другие персонажи. Это Жужа. Если бы не Ольга, то жизнь этого веселого пса сложилась бы совсем не весело. Меньше всего сама Ольга хотела бы выглядеть в этом сюжете чересчур благородно. Но ведь из песни слов не выкинешь. С десяток спасенных и пристроенных животных, десятки ветеринарных клиник и бессонные ночи переживаний. А я просто не могу по-другому. Про тебя. Потому что мне жалко. Я люблю свежую. Поэтому не могу. Кстати, свою первую собаку по имени Кора Оля тоже в свое время нашла, просто не смогла пройти мимо. До Коры были другие собаки и кошки, хотя вселенная как будто проверяла Олю на прочность. Сдашься или пойдешь дальше? Мы уже много животных пристроили, и все случаи были удачные. Наверное, только один раз я обожглась таким образом, что меня укусила кошка, которой мы хотели помочь, но это лапа переломана. И она меня укусила и убежала. И поэтому пришлось делать прививки от бешенства. Ну вот это единственный неприятный случай. Но тебя это не остановило? Нет, конечно. По разным причинам остаться в семье Жужа больше не может. Но Ольга сделала все необходимое для того, чтобы новый хозяин получил уже здоровую, приученную к месту и адаптированную к жизни в семье собаку. Собаку, в которой так много нерастраченной любви. И Ольга уверена, где-то именно сейчас, по ту сторону экрана, есть тот, кому этой любви так не хватает. Жужа очень активная собака. Она очень любит играть. Она очень дружелюбная, легко находит общий язык с другими животными. Ни одной вот какой-то неприятной ситуации у нас с ней не было. Более того, она очень легко обучает. Полуторагодовалая, веселая, озорная Жужа очень ждет свою новую семью. Но ведь так ведь бывает, что перед Новым годом именно вы мечтали о новом друге. Друге, который может перевернуть ваше представление о жизни, добре и дружбе. Друг, который очень хочет под бой курантов в новогоднюю ночь вступить в новый счастливый год именно с вами. По всем вопросам Жужа с удовольствием ответит вам по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. Звоните, Жужа очень ждет.